Примерив это платье на себя, я действительно почувствовала на себе взгляды со стороны не только мужской половины нашего коллектива, но и женщины подходили ко мне с вопросом, что это? Это новинка, дорогие мои. Давайте прямо сейчас знакомиться с ней. Платье двойка, эффект маленького черного платья и накинутого блестящего кардигана. Я хочу сейчас пройти к Арине и показать вам все преимущества этой чудо-ткани. Пойдемте со мной. Ну что ж, самое главное, я скажу вам о своих ощущениях. Оно настолько удобно. И при этом целый час, проведя в эфире, я хочу сказать вам, мне очень свежо и легко. И да, это платье у нас за кулисами произвело настоящий фурор. Лично я пыталась найти, где же надевается это болеро. Но оказалось все просто. Это эффект два в одном, как мне рассказала Света. Ну что ж, давайте сейчас обратимся к тканям. Это космос. Во-первых, нам кажется, что это единый материал, но он еще и прозрачный. Я обращаю внимание на то, что это фабричная ткань. Сегодня металлоткани, их так называют, с металлизированными вставками, очень актуальны. Посмотрите, как она блестит. Пайетки наносятся при помощи специального тканевого клея уже на фабрике. И под воздействием температуры они прессуются, дорогие друзья. Поэтому прямо сейчас я хочу продемонстрировать вам то, что с ними ничего не случится. Вот только я хотела тебя спросить, а как же мы будем носить наше платье? Не потеряются ли наши блестки? Ариша, вот все оно. Очень просто. Смотри, я демонстрирую изнаночную сторону. Вот они, пайетки. Посмотрите, они же совершенно слились с нашей тканью, трикотажно-вискозное полотно. Я подтягиваю сейчас ткань, но с ней ничего не случается. И давайте обратим внимание еще раз на качество. Посмотрите, какие ювелирные швы. Вот представьте себе саму сложность обработки металлизированной ткани. Кажется, что она как кольчуга. На самом деле она мягкая и нежная. Вот действительно, Свет, вот пока ты показывала, я стояла и пыталась одну пайеточку подцепить ноготочку. У меня ничего не происходит, а это говорит о качестве. Свет, ну я должна тебе сказать, это платье подчеркивает твои формы. Ой, спасибо тебе, моя дорогая. Как приятно слышать комплименты девушки, у которой не такие уж совершенные формы. В чем секрет этого платья? Смотрите, давайте посмотрим на первый взгляд. Нам действительно кажется платье двойка. Посмотрите на этот вырез. Кажется, V-образный вырез. Он вытягивает силуэт. Эффект жакета уменьшает вашу талию и акцентирует внимание на фигуре песочные часы. Черный цвет в зоне бедер всегда будет вас тройнить. И еще, обратите внимание на то, что эта ткань эластична. Я сейчас хочу продемонстрировать вам, что действительно я делаю движение. Ничто не сковывает мои движения. Мне легко и комфортно. Поэтому я сегодня за такие платья, на которые действительно хочется обернуться. Да, Свет, хочется обернуться, но и хочется любоваться тобой на подиуме, потому что каждый раз, когда ты поворачиваешься, столько блеска, столько сияния и столько очарования. Ты хочешь меня отправить на подиум? Я хочу отправить тебя на подиум. Пойдемте вместе со мной и еще раз посмотрим на это платье. Давайте посмотрим на то, как оно сидит, как оно смотрится с туфельками. И давайте обратим внимание еще раз на посадку и длину. Итак, наши широкие бедра скрываются за счет черного цвета. Трикотажно-вискозное полотно, посмотрите, оно эластично, оно обнимает вас, но в то же время не сковывает движений. Ну а этот блеск. Здесь же даже украшения не нужны, потому что само по себе платье уже прекрасно и самодостаточно. Да, действительно, я чуть постройнела. Давайте посмотрим сейчас на эти вставки. Благодаря тому, что они мерцают, никто никогда не увидит точных изгибов. И визуально, скажите честно, действительно, он меня стройнит с одного бока и с другого. Честно, Свет, стройнит как минимум на один размер. Но я еще хочу сказать, вот пока ты рассказываешь, а у меня в голове уже образ. Новогодний стол, горят свечи, мигают огни на елке. И сколько же сияния тогда будет от этого стильного жакета, имитации жакета. И все это платье СС. Новый год не за горами. Я уже слышу бой курантов и вижу вас в этом платье. Ну что ж, Ариночка, пришло время выбрать свой размер. Итак, наша размерная линейка от 46 до 62. Лена носит 48. Выбирает платье размер в размер. Обращаю ваше внимание на легкую свободу, которая остается еще в зоне талии. Я выбираю сегодня для себя тоже платье размер в размер. Ношу 50-й, выбираю 50-й. Если вы хотите быть в центре внимания и блистать круглый год, наше платье Essence для вас. И не удивляйтесь, когда к вам будут подбегать ваши подруги, близкие, если ваш муж упадет в обморок,
обморок – это заслуга прежде всего ваша, потому что вы красите эту вещь, а не она вас.